Любой имеет право на ошибку под эту музыку. А у меня есть мина? Да. К чему бы ее тут привинтить-то? Ведь явно же есть что-то, к чему ее можно привинтить. Я немного упал. Сейчас. Сейчас разберемся. Я уже совсем близок, чат. Я уже совсем близок к прохождению. Немного не фартит, но я близок. Но я свалился немножечко, это не страшно. Спасибо за подписку, Юним. А, вот на эту дресню можно положить взрывчатку. Как в фильмах Джона Ву прям. Но это к чему привело-то в итоге? Люстра упала вот сюда. Окей. Понял. Я понял, чат. Все, это точно последняя попытка. И мы заканчиваем с этой игрой и переходим на следующую. Я отстаю от графика на час 16, но это не страшно. Люстра в центре зала. Откуда, блядь, мне знать, где эта люстра? Я ее в первый раз за 5 лет уронил. Я думал, отвалится вообще эта срань железная, блядь, с ящиками и прочей хуйней. Успокойся, чувак. Я рад, что ты знаешь, где люстра. Мне это неведомо было. Я думал, вот эта дресня отвалится. И упадет на них, на всех. Кстати, было бы норм. Видимо, ее тоже можно как-то уронить, не знаю. Но я думаю, люди охренели, когда упала люстра, так что... Не надо совет, тебя забанят за совет сразу, пожалуйста, помолчи. Пожалуйста, помолчи. Какой смысл проходить игры с советами бичевскими? Тихо. Не, вернись. Я просто вижу и вторую цель здесь. Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую. Как мне надоело это опера. Блин, а что если пэм-пэм и убежать? Я же хорош в стрельбе. Пэм-пэм. А.
Блин, эта дресневая опера такая долгая. Спасибо за подписку, спасибо за подписку. Я вот думаю... А, там их трое. Тут еще надо угадать момент, блин. Потом сразу достаю пистолет, шлепаю ему в голову и отступаю через крышу. Нормальная тема получится. Вроде бы все-таки можно было один из мешков срубить ему на голову. 10к на стриме, спасибо, ребят. Спасибо тебе, Артем. Спасибо тебе огромное. Да-да-да-да-да. Надо было попозже сохраниться, конечно, когда их ссаная опера закончится. Вот лицо полностью отражает все мои страдания по поводу ожидания, когда этот чувак свалит наконец. Блин, а как бы было хорошо, если бы тогда туалет смерти не заметили, я бы пошел в нужную сторону, мне бы достаточно было выползти сюда, шлепнуть этого чувака в голову и победа. Да, как бы все было неплохо. И было бы круто, конечно, подменить ему пистолет, но это не для таких, как я, не для MLG. Ну чё, иди под люстру-то, алё. Ты чё залип-то? Иди под люстру. Мудила. Куда вы? Вернитесь. Кто под люстру-то пойдёт? Кто, если не вы? Ещё репетировать? Дерьмо, как так-то? Бляха-муха. Мне мешает, не понимаете, мне мешает попасть в него вонючий барьер, который тут стоит. Сейчас. Все будет, парни. Главное это верить. Вонючая опера, я презираю оперу. Что значит ЛС? Ну не идут они под люстру, мне лень ждать, лень опять идти назад, ждать пистолетов, это же... Все можно закончить за одну секунду, просто мне нужно немного везения. Да блин! У меня же забурлило все внутри. Ща, парни. Главное верить. Все будет. Да не лезь ты туда, идиот! Вот теперь лезь. Да не назад, наверх, алё. Блять, он может перестать это делать? Спасибо.
Все хорошо, чат. Все хорошо. Это лучше, чем люстра. Смотрите, рабочий в голубой каске отличается от рабочего в сеточной кепке из 90-х. Нет, я даже переодеться в него не могу. Не отличается. Ну ладно, shit's happen, чат. Сейчас пойдет, сейчас сойдет все. Сейчас все будет. Сейчас... Блять, он жив. Да он все еще жив. Да он до сих пор жив. Да он опять умри, говно. Я согласен и на это. Если мне удастся выбраться, я согласен и на это. Ах да, я забыл. Сейчас будет борьба с лестницей. Сейчас будет борьба с лестницей. По ней можно спуститься, но невозможно залезть. Все. 10к. Ну да, на сабдей иногда приходит народ. Да просто Хитмана все любят, блин. Если бы... Я обещаю, что я обязательно серьезно поиграю в Хитмана. Next time. Просто... На сабде, если бы я целый час мучился с этой миссией, искал разные варианты, вы бы не поняли меня сами. Давайте как Брейвик отвлечем всех взрывом, и все уйдут туда. А я на самом деле окажусь тут. Да не просто окажусь тут, а окажусь... Самым хитрым Виктором Зуевым, сукиным сыном. Нет! В туалет. В туалет смерти. Блять, еще раз. Ну ладно, чат, здесь проблема была только в том, что певец не умер сразу. Этот трай был предрешен. Вы... Просто я могу дождаться, пока они начнут выходить из-за кулис, но это 2 часа оперы. Не каждый это выдержит, парни. Вы сами мне спасибо не скажете. Твою мать, он умер? Ну, это такой рандом, видите, не всегда удается попасть. Давайте просто подождем. Давайте просто подождем. Не, репетиция, это зашквар. Я бы, наверное, уже успел прослушать эти репетиции, но... Я, блин, грузиться начинаю сразу после первой загрузки. Я уже не верю в себя. Да, блядь, ты же умирал, сукин сын. Надо подбежать в край тогда. Может быть, мне выстрелить в момент, когда он целится из его пистолета, и тогда, типа, они подумают, что... Будто настоящий Зуев играл. Да я стараюсь, я стараюсь. Блять. Давайте ждать, пока я просто попаду хедшот. Другого не дано. Как, кстати, переключаться между первым и третьим лицом, чат? Напомните мне, я помню, что здесь это было. Возможно, мне это поможет. Да не лезь ты, блядь, на эту лестницу, сукин ты ублюдок!